Так, всем трям, дорогие подписчики, также гости канала. Вот такая игруха. Не помню, как она называется. Сейчас. Altars. Altars. Такой демо. Довольно-таки интересный. Игруха такая занимательная. Давайте я, соответственно, сейчас начну. Пока демка на английском. Но демка, единственное, что я дошел до определенного момента, и она зависает. Ну, либо очень долго грузится, очень прям при очень. И перед тем, как запустить игру, она выдает такое окошко, где пишет, что вам надо обновить драйвер, обязательно видеокарточки, чтобы он был самый-самый последний, самый-самый там крутой. Ну, в общем, ну, говоришь, да, хорошо, ну, там, нет, не надо, ну, типа, вот, там, если у тебя последний самый драйвер, говоришь, нет, она начинает загружаться, и она долго-долго грузится, и потом, вот, значит, выдает уже картинку. Интересно тем, что это такая выживалка на огромном колесе. Знаете, такое ощущение, как будто колесо обозрения сняли со стойки и на него посадили людей. В общем, здесь что-то с ним случилось. Вот. И он очутился на какой-то планете. Ну, точнее не он, а, наверное, вся команда. Пролог. И мы начинаем. Вот у нас капсула, ужасный мир, непонятный, блин, слушайте, прям, ну, не знаю, какой-то ужасный. Чувачок такой прикольненький бегает. Да, можно так вот ускоряться. Ой-ой-ой, камера здесь бешеная. Здесь никого бить ничего не надо, мы просто бежим, и он там что-то рассказывает, что там капсула какая-то там туда-сюда, и типа можем бежать. Там я типа, да, кто-нибудь ответьте, кто-нибудь выжил, я Задовский, я бегу к вам, подождите меня. Я сейчас скоро прибегу к вам. Ну и так далее. Так, подождите, а что-то мне. Мне не нравится, что. Размытие. Вот. Ну и здесь, да, все стандартно. На Е, да. Единственное, это, опять же, вот квадратик есть, что нужно нажать какую-то букву, а буквы самой нету. Ну, я понажимал стандартный Е, Shift, там, и вот Е как раз он типа лазит. У нас есть заражение, ну, как здесь радиация, начинает человек немножко так заражаться. Вот, здесь, да. Ох, черт, там все. Да. О, господи, что же произошло? Сейчас все взлетит на воздух, а? Надо срочно валить отсюда. Но это опять же не прямой перевод. Вот. Это я так от себя тяну. Но графика очень такая прикольненькая. Если бы не вода, вот видите, вон там вот. Я не знаю, либо у меня видеокарточка не тянет. Хотя нет, ну она не то чтобы не тянет, а бывает, что какие-то вот цвета выдает, не те, которые нужны. Либо это такая планета. Ну, я решил, что это планета. Вот. И вот наше поселение, можно так назвать. Он связывается, соответственно, с выжившими и говорит, что я сейчас приду, тра-та-та. Вот.
Но еще нам нужно забежать. Плюс нам говорят, что вот радиация уже типа, начинается, то есть на нас действует. Это такое начало игры, да, понять, откуда мы взялись, как мы здесь оказались, да, что случилось. Ну и, в общем-то, все в том же духе. Да, прыгать здесь нельзя, лазить там карабкается сам. Нам главное, что... Да, и нету выносливости, что меня очень радует. Нам просто надо бежать. Ух, да. Невион, видите, сколько капсул, да, этих разных. Это тот, кто приземлился. И... радиация. Да, к сожалению, он так просто не спрыгивает. Надо обязательно кнопочку нажать. Вот. По бокам, если вы видите, у нас уже на экране действие радиации. Но сразу же заранее скажу, что естественно, если бы мы не успевали добежать, то и пролога бы не было. Давай, быстрее! Открывай, открывай! Быстрее, быстрее! О, да, я успел. Вот. И в этот момент у меня что-то он не грузился, но потом как-то, не знаю, загрузилось. Суть в том, что мы вот в этом колесе обозрения будем, соответственно, существовать. Да. Вот. О, есть кто-нибудь? Причем будем искать этих наших выживших. Вот. Вот такое наше колесо. Это наши зоны, соответственно. Здесь можно строить, сразу, да, предупрежу, здесь можно действительно строить какие-то базовые штуки. Ну, органика, это РФ, это мясо, скорее всего, да? Я так понимаю, это уже то, что построено. Это нам нужно пройти Communication Room. А он находится вот здесь вот, да? Ну, это чтобы посмотреть, куда нам идти. И на лифте можно, соответственно, ой, подниматься. Shift. И наверх. Наверх, наверх. О. Да, нажать точнее. Зажать надо. И идем сюда и, соответственно, разговариваем. Ну, давай, давай. Где что? Вот иногда не попадается эта хрень. И почему-то она не нажимается. Я не знаю почему, но... Странно. О, отлично. Hello? Hello, can anyone hear me? Алло, кто меня-нибудь слышит? Mayday! Mayday, anyone? А, и вот тут, да, я не понимаю, что нужно нажать, чтобы продолжить. Вот, что бы я ни нажимал, оно не хочет продолжать. Вот. Не знаю почему. Ну, давайте Control посмотрим. Ну, хотя здесь опять же нету клавиатуры, ну, не указаны, да, какие клавиши за что отвечают. А, вот они, точнее. И... Телк, а, Control. Да? Волк. Волк, Alt. Open Hub. Но видите, опять же, нету букв. Буквок. Shift T это Construction Building, да? Ну, давайте попробуем этот Control.
Это Shift T F. В общем. Да, что-то как-то вот на этом у меня. А, о, блин, мышкой надо, ешь твою налево, а? А я не заметил. Corporate ID 4672P. I'm afraid the former captain is gone. Together with the rest of the crew. Hello? You're in imminent danger. Only short time remaining. What do you mean? Remaining to what? Talk. Короче, непонятно. Итак, нам нужен таб и, соответственно, мануал. Да. Здесь, опять же, все на английском. Я это все переводить особо не буду, но скажу вкратце. Строится база. Вот это. Вот. Фундамейшн. Вот здесь мы находимся. Это командный центр. Это капитанский кабинет. Кабин, да, кабинка. Это у нас типа эти складские помещения. Склады, да. А, и сюда мы можем еще что-то строить, вот сюда вот. Вот. Что там? Катнер 6 металлс. То есть нам 6 металла нужно, или... Вот единственное, я не знаю, где... Так, это где? А, нет, не там. Так, а если Shift T нажать? Ага, это у нас просто скидывается, я понял. Вот опять же, вот как надо подойти к этому хрени, чтобы она активировала F? То есть то ли рядышком где-то надо стоять, то ли что, непонятно. Ну а здесь, да, на следующий день можно перемотать. Ну. А, я туда напрямки не могу, я понял. Только сюда, да? Через эту хрень. Но странновато. Опять же, F залипает, не может ничего сделать. Хотя... Ну странно, что не все работает как надо, и я вот пытался понять, в чем же проблема в этом деле, так не нашел, потому что F, он вот он подходишь, он говорит F, но F не работает, тогда зачем игра говорит, чтобы нажать F нужно. Но давайте сейчас немножко поразберусь в этом деле. Короче, блин, оказывается, тут надо Е нажимать. Вместо F надо нажимать Е. То, по мне, это, ну, хрень полная. Так, а почему тогда F пишет, непонятно. Ладно, но мне нужно выйти... В общем, металл надо собрать. Да, сейчас у нас... Поспать. Да, вот здесь вот мы можем крафтить. Тир второй, тир первый, но это опять же... надо прокачиваться, да? Я так понимаю.
Workshop. Это у нас 3D принтер. Во. Но у нас нету. В общем, чего-то нету. Окей. Так, идем спать, потому что надо поспать. И, окей. И у нас следующий день. Так вот, это все выживание будет происходить вот на этом типа колесе обозрения. А здесь, кстати говоря, мы можем отсюда зайти в базу, вот почитать, да, туториал. Либо опять же через табл. Ой, не табл, а прошу прощения. Ну, хотя можно через табл, да, просто зайти вот так вот, да. Вот он там все показывает. Следующее. Нам нужно. Стоп, наверх. Так, это что у нас? Непонятно. Это у нас. Стоп. Это у нас топливо, наверное, да? Что-то похожее на топливо. Все, это скафандры. Я сразу же понял, что. Ну, скафандры, значит, мы будем выходить наружу, да? Вот, мы вышли наружу, и нам, я так понимаю, нужно найти чего-то, что мы можем собрать. Вот. Мап, да. Это. Ну, какой-то странноватый на самом деле карта, потому что. Ну, это наша база, а вот это. Непонятно. И здесь какой-то проход, здесь еще проход и здесь проход. Ну, зачем нужны ХЗ? О, металл. Во, это металл. Итак, мы погнали добывать его. Все, нету металла. Хорошо. Ага, вот это вот пыль, это где металл, да? Так, там у нас органика. Окей. Нужно кирку создать в воркшопе. Но у нас воркшопа нету, поэтому... Жаль, слушайте, значит, мы здесь еще задержимся. Но задерживаться будем недолго, наверное, когда соберем все ресурсы, которые нужны, мы просто-напросто будем отправимся на вот этом колесе куда-то в путешествие. Странное. Вот это непонятно, то ли пыль, то ли испарения какие-то. Странная вот графика, честно. Ага, вот там он еще есть, да? Оп. Можешь. А, нет, нельзя здесь. Блин, нельзя здесь. Ладно, давайте, да. Ага, во, куча металла. Отлично. Отлично. Ага. Ну все, я как бы собрал, да, получается. А упасть мы не можем, да, спрыгнуть как-то вот. Нет, нельзя. В общем, игра прям конкретно коридорная.
Возможно, она и под всякие устройства, да? Ну, на приставках, скорее всего, она тоже появится, поэтому ее решили не усложнять. А, 23 часа, ну да, мы должны вернуться, да, то есть мы не можем ходить очень долго, я понял. Так, куда нам, у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, сюда. Ну, я круг, да, я согласен, я круг сделал и зря. Побежали. Блин, да почему я не могу здесь пробежать-то? Ой, блин, камера, ты меня бесишь. То есть зря я туда бежал, у нас оказывается еще и есть. Или уже нет он? Вот. Есть, слушай. Но металла много не бывает. Металл нам в любом случае, опять же, кирку сделать, да? Время летит просто бешено. Вот смотрите, как она... Уже 6 часов, уже ночь. Вот. И я так понимаю, нам надо возвращаться. Тем более мы спать. Да, нам... Блин, а как мне теперь... А, вот. Блин, я думал... Отлично. Все, да? Так, и теперь то ли мы замерзли, то ли что, но не важно. Мы должны это дело. Ага. Воркшоп команд-центр, да? Воркшоп команд-центр. Блин, куда ты вышел? Ну-ка, билдинг. Вот, воркшоп. Так, командор центр, да? Ну, давайте рядышком, да, поставим. Вот. Соответственно, мы теперь сюда можем ходить и что-то делать. Крафтит сканер. Нам нужен сканер. Нам нужна кирка. А, кирка, зараза, требует нефти. Ага, сканер, он выйдет. А, надо еще... А, еще и нажимать надо, да? Держать, чтобы он крафтил. Охереть. Что случилось? А, спать я. Спать. Подожди, не понял. А, ну да, я же... Все, я понял. Я понял. Я не там очутился. Органика матер надо. Органика надо. Чтобы органику, соответственно, сделать, да, ну мы это все сделали. Органикс. Это у нас вот такая вот... голубой дымок, который служит опознаванием того, что есть органика. Окей. Парашют. Я так понимаю, а вот эта штука у нас где-то на корабле космическом стояла, да?
Так, хорошо, подожди-ка. Ага, мы туда бежим, да? Все верно. Не, я точно туда бежу. Не, нифига не туда. Да? Ага. А металл, интересно, будет появляться или... Да, он со временем начинает чуть-чуть генерироваться. То есть это такая планета, которая генерирует металл. Стоп, мне опять не туда, что ли? Это как раз вот это вот. Ладно. Вот там есть чуть-чуть голубоватый такой дымок. Но я туда, по-моему, не залезу, потому что мне нужно как раз вот это вот гребаная кирка. Возможно, сюда мы тоже не залезем, да? Значит, ее надо где-то искать. Так, ну что ж, давайте продолжим. Быстренько сделаем что-нибудь, да? И на этом закончим. Так, это нас... Ну... Как бы, да, основную механику игры я вам показал. В целом игра такая довольно интересная. Может, даже необычная. Вот. То, что будет простенькое, да, потому что, ну, как вы понимаете, здесь вот все коридорно. И вроде бы открытый мир, но в то же время вам не дают, да, какие-то вот туда либо сюда, вправо-влево уходить. Или я опять же... А, стоп, а почему я не могу? Или это... А, это я... Нет, подождите, я сюда... Блин, да чтоб ты... А, ну все правильно. Это вход в пещеру, правильно? Нет, неправильно. Ладно. Блин, я что-то совсем это... А, вот оно, да. Рапиди. Ну давайте рапиди возьмем. Да что звуки такие, я такое ощущение, как будто сейчас... Какой-то монстр выйдет. У меня такое ощущение, что я, знаете, такой, и потом какая-нибудь хрень выглядит. Так, это вот это, да, пещера? Да, это Ротини, окей. А, во, как мы можем, да? А, все, мы могли просто оббежать это, я понял. Итак, сюда нужно поставить сканер. Ага. Так.
То есть каждую штуку вот эту, да, нужно пометить. Вопрос. Вопрос, а как я этот скотину должен? Либо я его не взял. Знаете что, наверное, он остался на базе. Shift T, ну-ка Shift T. А, вот, через Q. Окей, ладно. Далеко взял, ну ладно. Единственное, что я не совсем понимаю, что он... Это да, это мы сейчас городим. Сканер, а как тебе обратно забрать, а? Ну, вот я смотрю на правую картинку, но огородить мы огородили. Но там, видите, 4 точки, а я поставил 5, да? Потом надо было еще одно огородить. Ну. А вот дальше проблема, потому что я не вырубаюсь, что именно. А, во. Так.
чтоб тебя... Так, хорошо. Вот больше, но там два он два делает, но два я не могу сделать. А как тогда быть. Понятно, что нифига не понятно. Так, хорошо. Это я сделал. А, и у нас два остается. Да, слушайте, ну почти. В общем, да. Дальше я не знаю, что делать, но прикольненько. Слушайте, прикольненькая игруха. Мне понравилось. Не знаю, как вам, я прям залипательная. Еще такая атмосфера. Здесь же вот этот шум, да, такой необычный, планетный. Всегда такое немножко в напряжении постоянно такое ходишь. Но прикольно. Возможно, мне нужно еще сделать. Сканера. Но сканер я не могу уже делать, да? Ну вот, типа возьмите сканер, да, обведите ресурсы, вот. Ну, а он видите, сколько обрисовывает? Он две обрисовал. Но даже если одну, потом он как-то так хряксь сделал, да, и что-то появилось. Пока, да, но напишите комментарии по поводу того, что же надо было сделать, вот, а на сегодня все, пока, с вами был я, Мастер-Квартир-1, ну и лайки на ваше усмотрение, так что не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся, пока.